Особое слово я хотел бы обратить в ваш адрес, глубоко уважаемый Виктор Федорович. Радуюсь тому, что некоторое время тому назад на этом самом месте имел возможность вручить вам образ и благословить вас на высокое служение украинскому народу. Мы тогда крепко молились, а сегодня видим плоды. Меняется Украина, укрепляются социальные и общественные связи людей. Мы знаем, что страна проходит через трудный период, особенно экономически трудный период. Но мы верим, что Господь поддержит сегодня людей, верующих, глубоко верующих людей, поможет преодолеть эти трудности. Но когда трудность с трудностями связана возрастание народа, нации, государства, тогда верю, что лучшие сыны и дочери Украины объединятся для того, чтобы украинская земля, прославленная святыми, хранящая великую традицию древней, единой, святой Руси, восходила от силы к силе, преодолевая все трудности и все невзгоды. Пусть Божье благословение сопутствует вам в ваших трудах. И радуюсь снова увидеть вас на том же самом месте в связи с замечательным праздником 75-летия блаженнейшего владыки Владимира.